Так, друзья, кто-то едет. Говорили, УАЗ или что там за машина. Тут сейчас интересное место. Крутит, да? Сейчас посмотрим. Андрюха. А, это малынка маленькая. А, Луаза Субару. Вот это неожиданный поворот. Все куда, в хатку есть. Это жестяк. Это какой-то жесткий парень. Все. В колею Спартас. Сталкивай назад! Назад сталкивай его! Давай, 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 толкай сильней! А лебедка есть у него. Вадим! Подожди, а что это с ним? Ничего, с ним. Лёгканый бабай. Открывай шире, брат. Это точно, открывай все. Ну, посмотри, что делают. Руками раз-раз и поехал. Охренеть вообще можно. Андрюха, поехали быстрее, мы не должны это пропустить. Да куда повтыкаем? Тут нечего втыкать, туда надо ехать. Там будет сейчас зрение. Там сейчас будет втыкать. Да? Да, заезжай за ним. Поехали, ну да, что тут тыкать? Тут лайт. Ох, исполняет там. Что-то он там исполняет неимоверно. Сбился с пути, куда-то срезать хотел. Сцепление, запах устойчивый. Веталь, ты там не стой, он тебя задавит нахрен сейчас. И все, и не будет у нас Веталя. Кто чай будет нам привозить? Так. Так, а вот Патриот. Ага. Не, ну там не просто, да. С 3 тоннами. Патриот. Ёханый бабай, заехал, вы представляете? Стой. Подожди на трассе. Сюда, Виталь. Андрюх, сюда. А, и на дорогу туда выйдем? Андрюха, давай. Ох, и дубасит же. Это жесть просто. Это просто жесть. Так это ровно. Там дорога или нету? Там? Подожди, не едь. Стой, постой. Постой, поедем по трассе сейчас. Андрюха, включи свет, чтобы его видно было. Паш, попроси, чтоб свет включил. Так, УАЗа Субару. Андрюха, включи люстру. Хороший спецучасток. О, сейчас как днем уже практически все видно. Это же не 12-тысячка. Да, сложновато немножко. Да, да. Помогай руками ему. Руками давай, блин. Идет, давай. Да идет. Идет в раскачку, идет. Перезаедь просто ровней. Нормальный экшен. Ну, в Малайзии там везде есть всегда ночные спецучастки. В принципе, тут у нас почти. Ёлки-палки, колесо.
колесо в воздухе. Назад толкни руками его. Руками помоги ему. Все, выскочил. Это жесть просто. Просто жесть. Так, сейчас будет экшен. Блин, чтоб штурмана не задавил, главное. Попробуй еще ровнее подравняться. Так он сейчас ровнее поедет. Опа. Это третий человек или сорвет? Не, это пилот. А ты думал, они возят отдельно человека копать? С лопатой. Посмотри, что творит. Мощно. Слышишь? А я еще это включу в ускоренном. И вроде он как экскаватор копает. А я стану за бородачом, спрячусь. Крутяк, блин. Межосевой не хватает блокировки. Видел, два колеса правых не крутилось. Межосевой нет. Он, Сань, дай вправо чуть-чуть. Красавчик, ты посмотри. Я не знаю, пошли быстрей. Андрюха, поехали! Андрюха, давай! Так, едет Андрюха теперь. По этим же местам легендарным. Ё-моё! Андрюха объехал, взял все. Андрюха все объехал. Андрюха объехал весь экшен. Погнали! Спасибо. Так, это, блин, это жесть вообще. Стой, Андрюха, подожди, мы не зашли еще. Вот вот а тут добавились какие-то люди, блин. А, Саня с нами. Саня, блин. Какой ты толстый, блин, а с виду компактный вроде, блин. Да, совершенно верно. Волынка едет впереди, мы едем сзади. Поехали. Давай шлем наденем на его. Подожди, подожди. Тихо, бородача я снимаю. Бородач, рассказывай какую-то историю страшную. Про сметану. Дымок, у него сцепление. Будет. Сцепление дымит все время. Да, да, сцепление. Слышь, а мы тут проедем, Андрюха? А, подожди, надо пойти помочь ему. Кубарем просто. Он мне напоминает, знаешь, как это кубик-рубик, когда катится. Так, друзья, тут экшен продолжается. Это жестяк вообще. Потихоньку, не спеши, сцепление пусть чуть-чуть поостынет, елки. Чуть. Подожди, может сцепление. Поехали. Смотрите эту сцену. А где пилот? Это жестяк. Просто. Так, вот такая красота. Короче, Луаза Субару сход. Следующий УАЗ ушел в отказ. Смотрим теперь, как спасти с этой жести, вытащить машину. Самим выехать на Патриоте. Так, едет Патриот в эту жесть. Тут подняться непросто вообще на самом деле. Андрюха едет. Едет блокировки, опыт. Так его же надо, чтобы он передом зашел, и чтобы можно было его объехать еще. Там руками затолкаем дальше. Так,
маленькую легенькую машинку. Не, ну это вытащит по-любому, она легкая. В сторону тянет, посмотри там. Заглянь сам. Посматривай, Паш. Вроде пока нормально, сейчас я протяну чуть-чуть. Понятно, где-то с питанием вопрос. Меньше нагрузка на легковку, давай лучше через легковку. И развернешься ровнее. А ты... Питание придется, вроде поменял легковку, но что-то свет моргает, когда... Что-то как не так подключено или что-то непонятно. Бородач Ванга дал предсказание, говорит, в лесу темно. Говорит, сейчас укатится в лес. Так не выключать камеру, Паш? Он отпустил. Да не, она не укатится. Лебедка. Непонятно работает. Сейчас веревкой будем. Стой, Андрюха, стой! Так тут же он дома, что ему тут бояться? Егор, по-моему, тоже цепляет, значит, пришел. А мы все лопату надо выкопать окоп. Зачем? Потому что будет лететь сейчас. Егор, отходи, Паша, давай, близко, там стоишь. Отходим, отходим все. Осторожно. Андрюха, только потихоньку, Андрюха! Надо в два раза сложить, короче, надо сделать. Давай назад. Тяну в сторону, да? Все, все, хорош. Не, теперь зараз за перед прицепом и в него развернет, да и все. Ух, сейчас будет экшен. Давай назад. На подрульки давай. На подрульки, да. Надо вдвое, пацаны, очень длинно, надо короче эту стропу. Нормально. Да не, она сейчас в дерево будет. Сейчас будет экшен, короче, я понял, все нормально. Давай еще удлиним. Только руль надо влево вывернуть. У вас на хромированных дисках. А как он сюда доехал? Подожди, подожди, не сел в машину еще. А давай пробуем. Влево руль, влево еще. Андрюха, потихоньку только. Ё-моё, слышишь? Стой, стой. Тормоз. Стой! Стой! Все! Что-то план не сработал. Подожди, тяни за стропу здесь. Сырок, возьмите. Да, взял. Давай передок занесем. Паша, толкай. Посмотри, пацаны, что делает. А это вообще. Давай, Юрёк. Так мы его сюда руками привезли. Андрюха, давай, тяни. Свети. Блин, какая хорошая машина вообще. А ну пробуй. Не, отцепляй вот этот, отцепляй. Желтую отцепляй. Да не, вперед. Подожди. Валера, где ты? Подожди. Она легче твоей, Валера. Да. Тоже такую хочешь себе? Подожди, толкните вперед влево и тогда прицепите. Передумал что-то, Валера. Жопой в лес. Да какой, блин, у тебя это навязчивая идея, что он куда-то поедет, блин. Он сломался, он никуда не поедет. Никуда он не поедет. Жопой в лес. Жопой. Он не поедет за тобой. Его надо развернуть хотя бы там под 90 градусов. И утащи еще под 180. Не, так вперед еще протолкнуть его и все. Резко пошло, да? Андрюха, и не спеша. Пацаны, толкните вперед руками его. В
Вперед руками, вперед! Вперед! О, нормально. Осторожно, блин. Стоп! Стоп! Теперь назад выровнять его. И в два раза, надо в два раза веревку, короче, сделать. Назад, назад. Что, застрял? На короткую, да. На короткую лебедку. Еще назад. Подожди, я даю вперед, еще назад. Подожди, пилота не намотай, елки, блин. Так, если руль вывернуть, то может и пошла бы. Да не надо. В дерево сейчас пойдет, оно ж длинная веревка очень. Смотрите внимательно, после этих слов бывает экшен. Пристегнись, пилот. Стой, стой, подожди, пилот не сел. Ёлки-палки. Смотрите внимательно. Руль влево надо, руль влево. Влево руль. Не, Андрюха, это не тебе. Выровнялся, все, можно ехать. Да не, ну не гоните, блин. Да, не, пишу, да куда, да? Деревья там, да куда? Какие деревья? Он успеет. Куда? Он успеет. Вот гонят, блин. Назад толкайте его. Слышишь, такое впечатление, что у Сани, Саня хочет поддержать наш YouTube, короче. Давай чуть-чуть назад, Андрюха, чтобы... Давай руками затолкаем, наверное. Подожди, давай за всю сторону хай пробуем, да, я понял, а мы будем придерживать. Да, да, вот там за крючок забери. Ой, блин, сейчас. Давай, давай, давай. Давай, пошел. Да, да. Нормально, давай, давай. Давай, давай, да, давай, да, давай, да, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Практически вытолкнули. Давай, я вырву. Стой, стой, стой. Блин. Давай, давай, давай. Постой, постой. Так что? Машину подожди. А, пилот без... машина без пилота была или что? Беспилотник. Беспилотник. Да. Все, давай. Ау! Толкайте! А, не идет. Немножко у вас. Подожди, хорош, Андрюха, стой! Стой! А, нет, уже не упирается. Уже уперлась. Влево, влево руль до конца и вниз. Влево до конца руль, поехали вниз. Толкаем вниз. Еще руль. Еще руль крути. Все, толкайте вниз. Что там? Сучок, главное, чтобы не встрял в пилоту никуда. Все, нормально. Давайте я развернусь, я вытащу сюда. А не, уже не вышел. Уже все выровнял. Уже все, выровнял. Еще, короче, стропу. Короче, стропу давай, да. Да, подъедь сюда, короче, стропу. Ровно стоит. Я подъезжаю. Давай. Подъезжай, стропу делаем 27 сантиметров. Да. Уже будет динамика, пацаны, потому что я там попадаю уже в поле куда-то. О. Да. Только правей, правей, Андрюха, правей. Все, выехали. Это жестяк. Все, тяни ее, Андрюх. Тело сидит. Водила, тело. А водила, он сказал? Эй, Валера, блин, ты сломаешь. Ты знаешь, сколько эта машина стоит? Это тебе не бобик, елки, остановись. Сейчас Валера задом на сучок, мне кажется, может напороться при старте. Потому что там будут повороты. Давай, давай, вот так и тяни. Андрюха, так выедь на дорогу и по дороге иди. Давай, хорош, так, не тащи его по трассе. Вы, иди, тут иди. Сразу выход на дорогу есть. Едем, едем. На велосипеде, да. Блин, я проник вовнутрь. Ёханый бабай! Стой, стой, кенгурятник потеряли. Ё-моё. Сука. Кенгурятник. Отпал. Я знаю, что... Ну да какого хера ты? Да, да. Она же сна выпьет. Да я знаю, что это все... Сука, это из-за меня все. Ну, да. Это все из-за меня, блин. Я давно хотел блядь, что делать, да. Хотел снять давно?
А, так это из-за него, из-за него с утра и проблемы все. А сколько весит? Дай потрогаем. На капот ее закидывай. Ёп, ПРСТ, так она как вся машина весит, эта херня, слышишь? Так ты сейчас сам проедешь везде. Подожди. Санек, кидай его 10. УАЗик ваш? Цепляйте так хорошо за крепкое. Фух, блин, тут нету такого, Андрюха, за крепкое. Стоп. Только сел прокатиться, ну ты специально или что? Ты свинья, блин. Свинья. Давай. Ты меня с собой перепутал. Ё-моё, не буду садиться. Пилот на месте, поехали. Так, там... Еще шаровик какой-то катается. Еще один. Да пацаны, и так тяжело. Ну что вы мучаете машину? Вот звери, блин. Прижимать, говорит, надо. Кого прижимать? Ё-моё, блин, что творят? Ёлки-палки, вот это экшен. Короче, по спецучастку идут и патриот их тянет. Хотя и сам он не просто ему тут. Ну он уже. А, все, уже дорога общего пользования. Подожди. Ё-моё, блин. Прямо поехали. Все, уже выехали на твердую землю. Паша, иди сюда. Как было страшно, блин. А тормоза есть хоть? Нема, все пропало. Ё-моё, может я в патриот пересяду? Может я в патриот пересяду? Блин, не удается покататься. Все, УАЗа Субару где-то сзади. Ты видишь его, Андрюха? Нет. Тут дорога общего пользования. Тут сильно не гони, чтобы встречки могут быть. За грибами могут люди ехать. Фух, блин, вот это измотали. Одна правильная машина и сразу совсем другой шарм у гонки, да? Другая энергетика. Бородач полуседой. Полностью, точнее, уже был. Есть. Едет он с нами или нет? Ты видишь его, Андрей? Куда он едет? Как колонна садит. Сейчас будет награждение. Ужин. Обед. Завтрак. О, вижу лагерь, вижу лагерь. Так, а вот твоя, Саня. Андрюха, тут притормози меня. Слышь, Рубикон на 37-х стоял себе в теплом месте, сухом, прохладном. А мы, это, бедный патриотик мучили. Да, Пашенька? Патриотик. Показал, конечно, сегодня. Ой, осторожно, там же его трясти будет, чтобы он там не ударился. По спецучастку идем по лайту. Финиш лайта. Отлично. Какой хороший день вообще. Какой хороший день. Какой хороший пень. Куда ты его? Ты в Березань его тянешь? Подожди, там стой, ранж. А, хватает, да. Да, проходит нормально. Там УАЗа Субару на веревочке. За нами. Где-то тут давай, да, все, финиш. Пашенька, скажи, что подписывались на канал. Подписывайтесь. Что-то патриот хочет уйти в отказ. Через трос какие-то заболевания передались. А стопы отпусти. Какой-то был нехороший звук. А какой звук был? Ничего вроде не было. Аккумулятор, видишь, лебедка все-таки высасывает. Что-то да. Да не, что-то там. А аккумулятор давно ты покупал, Андрюх? Сколько лет аккумулятору? Может, зарядки все-таки нету, потому что как-то оно хуже и хуже стало. Где-то что-то отвалилось, может?
Работает, да? Да, бак. Понял, на патриот по тросу передал порчу, патриот не заводится. Слышишь, а ты кулису вырвало или сцепление, или что? Не, шестерню полностью понял, диск оборвало. Бо... А, все, вообще нет, да. Трансмиссии нету, да? Я включаю передачу. Я понял, ничего не происходит. Ничего не крутится никуда. Не, ну ты рвал жестко там его, конечно. Надо что-то с понижайкой думать. Нет, надо другую машину рубить. Да нет, какую, а эту куда? А в него есть. Все. Да? Есть, только если убрать, уже и завив. А что за машина? Супер ВАЗ. Да, хороший, да? Мега. Всем гоплык. Я понял, всем гоплык. Да. Всем гоплык, все. Подождите, не уходите, толканем. Так забуду пошла. Да что-то село, Андрюха. Село, у тебя что-то с этим, что-то или с зарядкой, или с аккумулятором. Что-то с УАЗом. Что-то... Давай! Оборвало, ГРМ оборвало, похоже. Судя по... Не, хотя компрессия есть, сопротивление есть. Ты на пониженной нас это... А ну попробуй стартер. Мы на пониженной были? Мы на пониженной были? Не, мы на пониженной не были сейчас. Но я могу... А ну попробуй еще раз стартером. Мог заклинить. Он, видишь, раз и колеса колом заклинит. Становятся. Не, ну что-то ж крутилось вроде. Ну крутилось, крутилось и докрутилось. Да, совершенно. Не, только что крутилось мы. Ну только что крутилось, потом больше не крутилось. Подожди, зараз такое ощущение, что в него старте постоянно в зацеплении. Понимаешь, вот зараз. Короче, быстрая капиталь ЛуАЗ, ты теперь его тянешь. Давай еще раз попробуем. Давай еще раз. Давай. Ну это такое ощущение, что понял, в зацеплении стартер, блин. Андрюха, давай со второго. Сейчас, секунду, подожди. Со второй это точно, да. Фары выключи, фары, Андрюх. Иди толкай фары. Да, ну я сниму, как вы красиво толкаете. Ехали нормально. Что произошло, непонятно вообще. Какая-то жесть просто. На ровном месте. Ну, вроде ничего так. Но Андрюха говорит, какой-то звук был странный, нехороший. Непонятно. Андрюха, я на белом Запорожце, мы приехали сегодня. Мы тебя подтянем на Троещину, не бойся. Давай тогда трохи в сторону. Да не, ну как-то странно, мы ехали нормально все. Да понятно. Мне кажут, чуешь, каже, я в тебе месяц назад заменял тормоза, ну там колодки накладывали. Прикинь, я вчера людину бачив, а вчера ее уже поховали. Ёханый бабай. Интересно, а вы за железо балакали? Ты про мотор, ты шо, не. Он же коронавирусом не болеет, елки. Да, что-то не то. Как ГРМ перескочила вроде. Так, награждение уже идет. Бежим.